Мы их ждем. Мы не знаем, какие они, как они к нам придут. Мы даже не знаем, будут ли они нам друзьями. А может, они уже среди нас. Мы конструируем нашу встречу на бумаге или в кино. А может так, а может это будет так. Но одно бесспорно. Как бы мы ни представляли себе нашу встречу, ее сценарий мы перекладываем на наше руководство. Пусть они решают. Мы их для этого и выбирали. Но есть вопросы, которые не могут решать избранные нами земляне. Есть проблемы, где каждый из нас отвечает за их решение. Существуют действия и поступки, которые мы должны совершать без посредников. Мы, а не кто-то за нас. И даже не Бог, который над нами. Ключ к фильму – молитва Алекса Сневера, хозяина отеля. Но это голос в пустоту. Людей убивают люди. Слава Стругацким. Кто-то есть на небе. Господи, пошли нам прощение.